На территории городского округа Люберцы более 600 автомобильных дорог. За их содержание отвечает 5 дорожных организаций. Как проходят рабочие будни сотрудников Люберецкого дорожно-эксплуатационного предприятия, узнала наша съемочная группа. Рабочий день сотрудницы Люберецкого ДЭП Зои Соколовой начинается с 7 утра. Она следит за чистотой улиц. Ежедневно девушка убирает километры тротуаров и газонов. Собрать мусор, подмести остановки, покрасить. Разные задания по зависимости от сезона, от погоды и погодных условий. Даже во время уборки мы убираем, допустим, и уже смотрим, насколько преображается улица. Уже самим приятно для себя. Дорожная организация «Люберецкая ДЭП» трудится более 40 рабочих. Под их контролем 213 дорог и внутренних проездов центра, севера и 7-8 микрорайона Люберец. На этой территории 87 автобусных остановок. Ежедневно бригада рабочих проводит их уборку. Моем остановки, делаем дезинфекцию. Раствор мы используем моющий на мыльной основе. Для безопасности используем перчатки, непромокающий плащ. Обувь тоже непромокающая. Наблюдение и регулирование деятельности дорожной организации проходит в системе контроля и планирования работ в сфере дорожной инфраструктуры. СКПДИ позволяет правительству Московской области удаленно отслеживать выполненные подрядчиками работы. Вот сейчас люди моют у нас остановку, Московская область уже видит, где мы находимся и что мы делаем. Потому что каждое утро заводится в программу наименование работ, которые мы выполняем. И они отслеживаются. И каждую среду есть срез и смотрится, все ли мы выполнили. В Люберецком ДЭП 37 единиц техники. Среди них тракторы «Беларусь», самосвалы, комбинированные дорожные машины, которые зимой посыпают дороги реагентами, а летом моют. Ежедневно они обслуживают более 80 километров дорог. Дмитрий Гринчев, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.